Ежедневно в Казахстан выезжает около 100 большегрузных машин с сельхозтоварами. Об этом нашему каналу сообщили специалисты Минсельхоза. По их словам, на сегодняшний день кыргызские предприниматели заключили договоры с некоторыми областями Казахстана о поставке на рынке овощей, фруктов и другой продукции из Кыргызстана. Каждый день через посты Чалдавар, Айшабибы в Таласе и Актылек Чуйской области в Казахстан едут более 100 большегрузных машин с сельскохозяйственными товарами из Кыргызстана. Сейчас таможенные границы открыты. Наши дихкани везут свою продукцию в Казахстан. Чтобы не было проблем, нужны документы. Сертификат о прохождении фитосанитарного контроля, сертификат происхождения, декларация и договор со второй стороной, к примеру, с казахской, куда везут эту продукцию. Сегодня в Бишкеке действуют лаборатории, которые прошли международную аккредитацию. В этом году урожай плода овощных и колосовых культур хороший, говорят специалисты. К примеру, урожай пшеницы больше прошлогоднего на 300 тысяч тонн. И это не считая Иссык-Кульскую и Нарынскую области, где пока не завершена уборка урожая. Чтобы обеспечить горожан недорогой сельхозпродукцией, в четырех районах столицы организованы ярмарки, которые будут работать до конца осени каждые выходные. Здесь дихкани могут сами продавать свои товары без посредников. Кроме того, наша продукция поставляется в Казахстан. Сейчас казахи готовы сами увозить овощи, фрукты. Они готовы бесплатно предоставить нам места на ярмарках. К примеру, мы заключили договор с крупным рынком в Таразе. Как утверждают производители, цены на городских ярмарках значительно ниже рыночных, так как товар минует посредников. В ассортименте овощи, фрукты, мед, молочная и мясная продукция. На днях глава правительства вместе с мэром Бишкека посетили ярмарку. Они побеседовали с фермерами и убедились в качестве некоторых продуктов. Нургуль Саматова, Бекназар Шармамбетов, Общественный первый канал.